Расскажи свои впечатления. Почему? Страшно вниз смотреть. Или уже страшно? Страшно. Вниз уже страшновато смотреть, да? Не получается. Просто сам жмать наверх. Рычаг вниз, оттяни, все. Держишь конец веревки, второй плавно оттягиваешь рычаг.
ручных жумаров существуют еще жумары, которые цепляются на грудь, называется кроль. Их держать не надо, они просто цепляются на систему на грудь. Ты просто ногами, как лягушка, оттягиваешься просто от петли. Встаешь на петлю, и веревка у тебя через кроль идет. Итак, там их два должно быть. Либо два жумара, либо жумары гриппи. Ты вот так вот лягушкой вверх прыгаешь, типа, вместо шагания вверх идешь. Или есть еще жумары, которые вообще на ногу крепляются. И ты вместо петли просто встаешь на этот жумар, и потом подтягиваешь второй жумар или что-то у тебя, а потом опять встаешь так на жумар. Так, ну это у меня таких нету. Пока. Ну да, как-то так попробую. Покажу, как легко это делать. На самом деле у черепа тоже заняло, ну, до второго этажа секунд 40. Thank you.
Опасный момент. Это сегодня ветрено. Там нужно смотреть, постоянно держать руку. Одну руку здесь, вторую руку на рычаге. Не смотри вниз. Вниз, говорю, не смотри. Вниз лучше не смотреть. Вот так.